вот с таким вот бейджем встаешь в первую очередь. Очередь небольшая, в принципе. Вот мировой торговый центр в Москве. Лайф отловил человека в футболке, который очень необычно здесь выглядит. Он не в костюме, и на табличке у него написано красными буквами «Сухой закон». Ощущение, что вы сегодня звездой станете, вы как думаете? Да я думаю, важна не моя личность, а вот идея «Сухого закона». Если она станет звездой, и главной темой, лейтмотивом этой пресс-конференции, это будет общий успех, это будет общее дело, очень важное. А вы сами не пьете, да, вообще? Не пью, не курю, даже так называемый безалкогольного пива. А давно бросили? Значит, осенью 2000 года осознал миссию, вот, отрезвить Россию. Ну, удачи вам. Спасибо удачи. Вам, спасибо. Буфет, кстати, бесплатный, с пирожками, с официантами. Вот ассортимент. Пресс-центр выглядел вообще бы скучно, как обычно, пустой какой-то пресс-центр, если бы не вот эта вот очередь. Это все люди, которые хотят заранее встать за 2 часа, чтобы быть поближе президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Фойе внизу используется для записи интервью. Все интервьюируют друг друга. Зачем вы пришли? С какими вопросами спрашивают журналисты у журналистов? Плакаты. Очень популярная тема плакаты. Спасите нашу Волгу. Поеду, пожалуй, тоже очередь займу. Ну, поближе, чтобы быть президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. И Украина даже есть. На украинском языке причем. Читает ли Путин по-украински? Без 15:12. Ждем, очень ждем. Ждем президента. Представляйтесь, четко формулируйте вопросы. Давайте будем уважать друг друга. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Давайте начнем. Мы договорились с моим помощником, что мы не будем выступать, я не буду выступать с пространным монологом вначале. Сразу перейдем к работе, к вашим вопросам. Меня зовут Нейтан Хадж, я шеф-бюро газеты Wall Street Journal. Возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента? Еще второй вопрос. Как, какой вы... страны? Хорошая рекламная площадка, видели, там все махали бумажками, там, с надписями, брендами и призывами. Но никакого особого откровения сегодня не было. Все было очень хорошему, по-доброму, но без особых каких-то сенсаций. Пресс-конференция президента Российской Федерации. Такая, какая она должна быть перед Новым годом. В фойе все еще записывают какие-то интервью друг у друга журналисты. Стендап, пишут, что это стендап, когда корреспондент в кадре что-то говорит. В общем, было достаточно интересно. Шуток, правда, было немного, и все они почему-то были только в начале пресс-конференции, а под конец Владимир Владимирович почти не шутил. Но, в общем, вот меня спрашивали, все ли вопросы согласуются, не знаю, со мной не согласовывали вопросы, но, может быть, поэтому я ничего от нашей редакции не спросил, что не согласовать на вопрос. Но, в общем, видно было, что многие вопросы появлялись прямо из зала, и, в общем, Путин реагировал и, в общем, по-настоящему разговаривал с людьми. Идем в гардероб, точнее, едем на эскалаторе. И прощаемся с пресс-конференцией Владимира Владимировича Путина в 2016 году.